Здорово, дармоеды, с вами Джерри. Сегодня мы с вами начинаем проходить игру Kerbal Space Program в режиме карьера. В данном прохождении мы посетим всю Солнечную систему, а также посетим систему Калбело. Запуска самого первого аппарата в нашем мире, мне удалось накопить достаточно много очков науки для того, чтобы исследовать новые технологии. Поэтому я долго достаточно размышлял, что брать, потому что нужно как бы все. Но я взял все самое главное для второго полета и чтобы выполнить новые исследования. После того, как я приземлил этот аппарат на Землю, я начал строительство нового аппарата, который должен выполнить контракт «Выход на орбиту». После того, как я отделил вторую ступень нашей ракеты, вылезла такая проблема, то что нам не хватит дельты. Но в итоге я уложился, и мне удалось выйти на орбиту, собрать нужные исследования и после благополучно вернуться домой. I've never been this very. The vibes.
Из-за того, что была слишком высокая скорость, мне пришлось понизить настройки, чтобы все данные, которые я везу в этом аппарате, в этом треугольнике, капсуле, называйте как хотите, были целыми. Полета мне удалось накопить 60 очков науки. Их я потратил на исследование новых наук для того, чтобы отправиться в будущем на Луну и на Минус. Мне пришла в голову просто дичевая идея отправиться на Луну прямо сейчас. Аппарат-то я построил, а вот что будет дальше, просто смотрите. После того, как я отделил вторую ступень этой ракеты, я понял, что уже Дельты Ви нам просто тупо не хватит, поэтому я вышел на суборбитальную орбиту и там собрал научные данные, после чего обнаружил еще одну проблему. На этом все, мои дармоеды. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, всем пока.